Мне нет денег, я буду несчастный. Что это мысль, откуда? Это инстинкт самосохранения. Несчастный это какой? Помрете, все. Не будет денег, вот в старости буду, никому не нужен, денег не будет и так далее. Все, ужас. Вся наша рациональность начинает работать на иррациональные посылы, получить как можно больше денег. Значит, я за. Чтобы было понятно, я хочу, чтобы у всех было денег достаточно. Столько вот, сколько им нужно, пусть у них будет. Я очень за это ратую. Более того, я работаю над тем, чтобы создать для людей, с одной стороны, рабочие места, с другой стороны, дать им возможность начать правильно думать о них. Думать о них по-настоящему, а не заниматься оправдыванием вот этого собственного ужаса. Потому что умственная жвачка, которая состоит из бесконечного терзания по поводу того, что у вас нет денег, не приводит к деньгам. В противном случае все, кто сидит, клянет всех на свете, что значит, есть богатые, а не бедные и несчастные, были бы очень богатые, и им бы не пришлось этого делать.